шанс для того, чтобы продвинуться вплоть до полуфинала, а может быть и дальше. Подает Анастасия Потапова. Срыв. И двойная ошибка. Нам показывают тень, да, светит солнце, и, конечно, играет, значит, готово, значит, оценивает свое состояние здоровья как удовлетворить. Но в любом случае. Отлично. Отличный прием. Филигран сейчас сыграла Кречкова со счетом 2-0 в первом сете. Но сейчас идеально под боковую линию в первом гейме на подаче. Потрясающий ответ с бэкхенда. За такие как раз эпизоды люди любят эту игру. И вновь проблемы с контролем. Вот разозлившись на... Вновь не Потапова и Хьюз. Вот наконец-таки с винером. Весьма мощным. 138 км в час. Молодец, сейчас пытается добавить соперницу, тогда могут появиться шансы. Но точна, максимально. И что означает этот жест? Помогает эйс. 40-30, и гейм на трибунах своим шумом. Разве что птица, которая весьма-весьма красиво сейчас поет. Нам это тоже слышно в трансляции. Yes.
И еще один брейкпоинт. Nice shot. Первая двойная ошибка. В пользу Потапова, гораздо чаще ошибалась при вводе мяча. Буквально громить Потапова. Сейчас также чего не достает Потаповой. Вот одна из... Еще один эйс. Кто-то там перемещается на трибуне и... Сорок-тридцать. Либо Всевышнему, если верит в него, либо судьбе. Как-то и так не везет соперница. Играет максимально аккуратно, главное остро. Новая ошибка Потапова. Не получился. Ой, идет пока только лишь на пользу Барбаре. Ошибается с мэшем Кречикова. Хорошая подача к теннисистке. Она этого не допустила. Двойная ошибка, четвертая в матче для Потаповой. То есть варианты зацепиться за чужую подачу у Потаповой, безусловно, имеются. На старт своей подачи. Вновь. Двойная ошибка. И первый эпизод подобного матча. Потапова все равно встречает эту подачу в метре от задней линии. Но... Главное атаковать. Вот сейчас. Глубокий активный прием. А вот и Кречикова. Да, и при таких условиях у Кречиковой не демонстрирует она. Плохо в свою пользу. 15-30.
чекпоинт, либо все-таки ты окажешься прав. Прежним, но тут же отыгрывается первый брейкпоинт россиянкой. Не сумела белорусская теннисистка защитить свой титул в Катаре. Но будет возможность поквитаться. И этот матч тоже Кречикова начинает с гейм на своей подаче с проигранного очка 0-15. К этой минуте. Извини. Именно с подачи на Барбары исполнение Потаповой совсем нет. Это значит, что нет нужной остроты. Сейчас здорово повторила. Выдумать в ответ. Эйсом завершает этот матч Барбара Кречикова. Победа над россиянкой Анастасией Потаповой. Не получилось борьбы, честно скажу. Мы все это видели.